Здорово, щеглы! Привет-привет! С вами Евгений Иванов. Сегодня продолжаем историю вот по этой книжке «Гэтрин Шторм 3» про Жиришку Жулимана. Итак, мы рассказали начало истории, как Жулиман, будем сказать, проснулся, потому что это будет, ну, более точно описывать его состояние и то, как он теперь действует. И мы закончили на том, что его по факту короновали на царствование Ультрамара. Короновали, да. И дальше у него оставались думы думские, чтобы думать, как действовать, как быть. Ну как думы думские? Сначала нужно было узнать информацию, покопаться в ней и понять, что же стало с Империумом за последние прошедшие 10 тысяч лет. И картиночка-суточка, все очень плохо. К сожалению, да, все очень плохо. Он выслушивал всех, во-первых, своих командиров, лейтенантов, офицеров. И Калгара, и Тигурия выслушивал, и Джимана. Также выслушал и Нари. Ну, в первую очередь, Еврень, которая тоже поведала ему и о природе Инияда, и о том, какую сейчас роль играют Элдер, что с ними происходило. Ну, вкратце, без фанатизма. Без упоминаний разных случаев, да? Да. Именно так. Вот. И он все время с таким вот покерфейсом сидел. Типа, все окей, угу, угу. А знаете, мы тут поклоняемся императору как богу, угу, угу. И это, миллион на душу мы жертвуем ежедневно. Угу, угу. Угу. Где-то в это время внутри. Именно так. А внутри у него просто там просто все плавилось. Это... Типа, какого ж ты хрена, господи, куда вы скатились? Хорус, как ты был, сука, прав? Как ты это все увидел, куда мы поедели? Зачем я вообще жив-то? Вот за хрена? Я такой думаю про императора. За хера ты вообще оставил меня вот в живых? Зачем я тебе еще-то нужен? Я же все сделал, все, что мог, и все равно мы в полной пи***ке оказались. Не об этом же ты мечтал. Люди, они рождаются во тьме, живут во тьме и умирают во тьме. Никакого света в этом нету, это кошмар. Угу, угу, продолжай. Так, угу. Тираниды, угу, прилетели. Всепожирающий рой, который не истребить, ясно. Так, а ты залез ему в разум, да? Да. Я тебя правильно понял, да? Да. Их что-то там выжег, да? А тот парень на демоническом паровозе, да, говорите? Ага, не помню такого, ну ладно, продолжай. Да. Когда он остается один, он реально берет, там написано, он делает фейспалм просто, и так руку к своему челу такой. Тысячелетия прошли, и что это? Бюрократия, отчуждение, нетолерантность, идолопоклонничество. И даже бог, который никогда не хотел и не заслуживал этого титула, типа... И он понимает на этом моменте, что испытывает действительно вот весь спектр эмоций, таких как печаль, расстройство, самые такие близкие человеку чувства. И это нормально, потому что из всех примархов там указывается, что Жулиман был наиболее близок к образу человека, наиболее человечный был всех других примархов. Ну, чтобы правильно понимать, кем командует, он должен сам весь этот спектр эмоций переживать. Самый человечный, так как он все-таки попал на феодальный мир, и в этом феодальном мире у него был отец, один из феодалов, который воспитал его, проявил ему какие-то понятия о чести, в принципе, да, был неплохой мужик, но был подлый убит своим, ну, как «Игра престолов», своими вассалами. И Жулиман взял его титул и отомстил хорошенечко. Так что он такой рыцарский мужик. У него, в принципе, представление о чести, все это имеется. Ну, всех своих офицеров, подданных он уважает в первую очередь. Такой идеальный, как бы сказать, президент, демократичный. Ну, на президента не тянет, его не выбирали. Это тоже верно. Хорошо, идеальный правитель, знаешь, как у Конфуция было. То есть, ну, вот прям идеальный образ по Конфуцию. Да. Вот. Но все равно погружается сейчас в апатию отчасти, несмотря на то, что это примарх. Потому что, да, он наиболее близок к человечеству, и самый наивный он был в плане ожиданий. Так он тогда с Селестиной должен был сдружиться. Там два такая же. Они сдружились. Хорошо. Сдружились. Не, ну она как Жанна Дарк. Там образ реально Жанна Дарк. Вот четко вырисовывается, там она такая блаженная. Вот такая. Типа, все будет классно. А Жулиман, он просто немного наивен, и он верит в светлое будущее, он к нему стремится. И когда вот ему рассказывают, что 10 тысяч лет мы оказались в полной перде, он расстроился. Но тут он сам себя поймал на мысли, что да, люди рождаются во тьме, просто в непроглядной.
в ней живут и умирают, но при этом они до сих пор ни перед кем не склонили свои колени. Империум не пал за 10 тысяч лет. И несмотря на все угрозы и опасности, которые появились за это время, а их появилось гораздо больше, чем было на этапе Великих Крестовых Походов. Да, я думаю, ему и про Некрон рассказали, потому что ребята не так давно с ними сражались. Ему про Тау рассказали, причем даже, скорее всего, в самом последней вести, что там они он бутылируют. Да, ему все, его пару дней просто вводили в курс дела по полной. Он старался как можно больше информации вобрать, выслушать все, что только можно. Вот. Но он понял, что да, человечество не склонилось, и, возможно, в этом как раз есть надежда, потому что в него, во-первых, верят. Сначала показалось ему, он просто вспомнил об этот факт, и он еще больше усугубил его не очень хорошее положение психическое. То же так, что он вот все это слушает, ему все это противно и нехорошо, а при этом он должен являться еще постоянно символом для человечества. Он понимает, что все в него вот просто верят, надеются на него, да, а он в такой вот херовине апатии. Ему это еще хреновее от этого становится. Ну, что да. Руки опускаются, в тебя верят, тебе нужно все равно идти разгребать все это говно, которое ты уже не веришь. Но вот он подумал, что да, все-таки есть надежда на светлое будущее, если они не согнулись сейчас, то благодаря мне и моему отцу императору мы сможем таки прийти к коммунизму. Коммунизм уже достижим. И он воспрял духом. У него где-то в душе прям огонек загорелся, опять такая идея, да, я смогу. И вот этот момент, что он самый наивный примарх, при этом целеустремленный, да, вот на положительный результат. Just do it. Just do it. Именно так. И он подумал, я смогу, тем более у меня есть моя Астартес. А вот Астартес, он просто наяривает на них, я обожаю Астартес-то. И кодекс, главное, что соблюдаю, который написал. Да, и он такой, да, я смогу, мы сделаем это, я справлюсь. Кстати, он испытывает постоянно физическую боль. Физическую? Да, когда он смотрит с покерфейсом на все это, он слушает, он не только психологическую испытывает боль от осознания того, что мы так скатились, но еще и физическую, потому что у него где-то в душе где-то внутри него постоянно какая-то импульсы боли испытывает, которую он пытается заглушить. Видимо, оживило как-то его как там. Как костюмчик не идеально работает, да? Ну, как-то работает хорошо, просто это не очень... А без костюма он не появляется теперь, да? То есть он всегда теперь в нем. Там евреи потом ему тоже скажут, типа, не с этой песни снимать костюм. Так скажут. Кто-то без своего костюма. Да, именно так. И он такой, хорошо, все эти тысячелетия боли, страдания, которых виноват хаос, слишком долго он мучил человечество, его пора с этим завязывать. И он собирается реально дать бой, воспрял духом и отправился первым делом, что делать? Отвоевывать свой родной Макрейдж, свою планету. Если монастырь Геры был отбит очень успешными атаками за 3 часа всего, то после этого осталось выбить хаос с первой поверхности планеты, второе с орбиты. И с космического пространства в системе. Первое, что нужно было сделать Желиману, он решил собрать военные консилы и объяснить, что сейчас, друзья мои, мы будем решать проблему с нашей крышей, потому что крыша дает и подкрепление врагу, и может при случае накрыть шальной бомбардировкой. И это нехорошо. Вот, потому он собирает боевые отряды, составленные по принципу «кто быстрее, тот и прав». И начинается... И... Вангарды, штурмовики. Да. Селестилы, например, да, которые с этими джеминками. В общем, и они начинают атаковать наиболее уязвимые точки, осадные орудия, Iron Warrior, само собой. Те опять насасываются по полной, конечно же, без проблем. Убежать уже никуда не убегут. Да. И они были полностью уничтожены, что открыло возможность дальше к штурму и выводу войск с Геры прямо в столицу Магна Цивитас. Напомню, что Гера — это... Хера. Это та крепость, как я говорил в первом выпуске, которая вот столица большая, занимает большой кусок столицы просто. Это храм город такой своеобразный. Да. С храмом внутри Джелиман, храм коррекции, Temple of Correction. И они начинают этими войсками ультрамарины отбивать, собственно говоря, весь город. Окружают культистов. Культисты и прочие идолопоклонники забираются в больших домах, соборах, складах, изолируются, а потом просто там выжигаются без милосердия, какого бы то ни было. Все они подавляются, и Эйджман, там дроп-подики, все дела, Штормрэвены и Тандерхолки при поддержке Святой Селестины и Инквизитора Грей Фокс точечными ударами атакуют позиции, которые хаоситы заняли на орбитальных орудиях. Сила орбитальной обороны. Угу. В общем, они их аккуратненько выпиливают, все они подрыв оборудования, и после этого, заняв эти орудия посреди буквально-таки территории противника, сразу же открывают огонь по крейсерам. В общем, да. И таким самым они полностью отгоняют хаос с орбиты. И лишенный подкрепления сверху в поддержке с воздуха, хаос получается такой отчасти в кольце, потому что все-таки силы, которые на орбитальных этих пушечках, плюс вокруг еще ультрамарины, они атакуют с двух сторон. И изнутри атакуют, и снаружи. И в итоге хаос полностью выпиливается, и столица полностью очищается. Теперь нет никакой угрозы для Геры
с орбиты, и мы можем дальше развивать освобождение. Ну и да, там у нас есть и танковые, выполнение танковых битв, где Кронос машина гремя огнем, сверкая блеском стали, полностью запиливает хаосистские армород группы. Ну, так или иначе, у нас даже сервер рыцарей, которые на развалинах одного из городов решают побороться с Найтлордами, пытающимися сделать какой-то демонический ритуал, который окутал весь город кровавым туманом. И сквозь кровавый туман сервер рыцари, третье братство, выпиливают большинство Найтлордов в неравном бою, потому что их меньше было. Не Найтлордов, а серых рыцарей, потому что они очень крутые ребята. Нарушают ритуал, развеивают кровавый туман и освобождают город. Ну и как вишенка на торте, сам примарх идет уже в бой среди Галинус, проход Галины называют. Галинин проход. Сам примарх залез в Галинин проход. В Галинин проход, да, пошел примарх. И там дал также бой большим группировкам хаоситов, выпилил их. И как итог, севарбанды, которые были довольно разрознены после того, как решили поддержку с воздуха, они так или иначе все пали под клинком Желимана. Ну и его армии, само собой. И тем самым за пару недель кровопролитных боев довольно, в которые также несли большие потери и лоялисты. Вот, но никто не мог сравниться с тактическим гением Желимана, который даже в тактике, не только в стратегии, но и в тактике еще может, микроконтроль у него хорош, да. И они выпиливают всех хаоситов с макрейджем. Ну как мы любим, наверняка это был хитрый план Абадома, избавиться от тех сил, которые были сильны, но которые были ему нелояльны, да? Не написано, но так и есть. Почему это все появилось? Здесь на Макрейджер Абадон, он, когда Зарфистон шептал ему, что вот там, в Каге еще был в компании, вот там, вот у того кораблика в чреве находится контейнер, в контейнере броня, которая привязана к Желиману. Они наверняка смотрят, что с ним сделать. С Желиманом, он такой ёперный театр, сразу же пригорел у него, отсюда и преследование Механикус Арка, который упал на Классиусе. В общем, у него пригорело, он вызвал Кайриса в Файтвир, рассказал, дружи человека, так Желиман сейчас, наверное, рыснется. Кайрис такой, а как же я не знаю вот об этом. Я же не знаю об этом, как так, серьезно, что где я? Где в новостях-то? Почему где это в новостях? У меня даже в этом, в сводке, знаешь, мы как бы в прогнозах погоды этого нету, да? Как бы все пролистал, нету ни на одном ресурсе. А он такой, а вот так вот, дебил такой, он такой, блядь. Наши блядь, палку неси, палку давай. И улетел всем об этом рассказывать. Абадон послал его гонцом пробежаться галопом по Европам. А сам при этом, как всех, кого оповещал Кайрис Файтвир, он давал весточку, типа, ребята, хотите как-то вот на этом нажиться? Вперед на Макрейдж. Всеми силами выделил часть своего Черного Легиона, плюс ко всему и Iron Warrior, о которых я говорил в первой части нашего выпуска, и Найтлорды, и The Purge, и все остальные вот эти вот легионы, это все вот те вот ребята, которые услышали от Карреса такую весть и пошли за черепушками, по сути. Но так или иначе отбили Макрейдж, теперь нужно было развивать дальше нападение на войска, которые напали сами на ультрамарсу систему. И первое, что сделал Желиман, это подготовил, само собой, флот. Флот побольше себе, боевые корабли, которые были как частью сил обороны планетарной, ну флот Ультрамара, в общем-то. Ну плюс еще, думаю, часть дочерних орденов такие, папка, держи, нам не жалко. Помимо этого пошла, круговая порука, пошла воинская обязанность, повинность. Ультрамарская десятина. Да, по полной. Она увеличилась до 100%. В общем, все, кто мог держать оружие, вперед на защиту родной системы. И это позволило сразу же усилить боевую группировку многократно, благодаря тому, что Макрейдж... Ну, мир был достаточно развитый. Население там было много. Да. И все они встали под ружье. И в этот же момент, в эти же дни, когда был Макрейдж отбит, появляются из варпа подкрепления. Многие десантники, которые находились недалеко, а все дочерние ордена. Ну, их много, дочерних орденов ультрамаринов. Ультрамарина, да. Там чуть ли не наибольшее количество, по-моему, именно у них, да? Это новомарины, Генезис Орден и сыны Орара, они все прилетели, так или иначе, рискуя своими жизнями из-за того, что варшторма бушуют вокруг-то, где у нас шляются хаоситы по ним же и демоны, плюс еще очко ужаса, он его спустил это. Это немножко другая часть галактики, но тем не менее как бы опасно. Да, да. В общем, они все прилетели и также усилили войсковую группировку, которая была направлена на то, чтобы отбить такие миры Ультрамара. А это было не так легко сделать, потому что все-таки очень много собралось десантников хаоса вокруг. Плюс еще сами боги хаоса направили свой взор на этот сегмент галактики, так как они уже поняли, что Желиман родился. Я родился. И когда все корабли были на Макрейдж, десантники, все собрались, выслушали точку зрения Желимана. Конечно же, без слов принимают его команду. У них командование своего примарха, это тоже их примарх, дочерние ордена. В этот момент решает как-то архконсил Магнус Витаес, это, опять же, столица Макрейдж, да?
Архконсул — это губернатор, наместник губернатора, по сути. В общем, он решает, что неплохо бы воодушевить войска, которые встали под ружье, возможно, пойдут на смерть, и надо провести военный парад. Большой военный парад в честь всех орденов. И проводит его. Жильман там, как обычно, на красивом троне восседает, все красиво, голуби. В общем, это наверняка очень смахивает на инквизитор CG-муви, который сейчас делается. И... Ну, там на Терри, я так понимаю, На Терри был и там Торквемада, по-моему, Катес. Да, а здесь то же самое, только с Жильманом. Один в один будет. Помпезно, красиво очень. Бюджет, понятно, куда пошел. И, само собой, Эйчер разразился и сам архконсул, который воспевает подвиги Жильмана, говорит, что сейчас вот мы уже сможем, мы уже в шаге от триумфа, хаос падет. Жильман сможет нас наставить на путь истины, берет венок красивый, ружает ему на голову золотой венок. Типа ангелочки летают, эти хоулеры орут у керубов. В общем, блаженная атмосфера, говорит, что вот оно, победа будет за нами. Жильман — это же просто великий разум, человек, который заставит хаос пасть перед лицом. Он тогда еще смог это сделать, сегодня сможет сделать это. Этот парень дойдет до самой Терры, всех изгонит, сам император уступит ему место. И наш Жильман будет сидеть на золотом троне и повелевать человечеством. Все ему аплодируют, партия довольна. И только Жильман на последнем слове, когда сказали... Что ты несешь, да? Да, типа, чего? Золотой трон? Он снимает этот венок, типа, выкидывает его, потому что не понравились ему слова. И после этого магистр Волдус, который находился рядом, подходит к этому архконсулу, берет его за шкварник, поднимает и срывает с него его покров. Причина. Покров, по сути, да. И там, где касается серебряная перчатка серого рыцаря плоти, там она начинает искажаться, и такой весь образ искажается, и тут у всех пелена с глаз спадает, и они видят непонятное... Слушай, не ченджлинга. Не ченджлинг, черт! Да. Они видят непонятное существо. Не успевает. Непонятные формы, все с такими тентаклями, в общем, какого-то урода и мутанта видит при этом. И когда этот мутант и урод увидел взгляд Жильмана, а Жильман увидел его, я оглянулась посмотреть, не оглянулась ли она, чтобы посмотреть, не оглянулся ли я. У него в голове раздается смех, который он не слышал уже, получается, 9000 лет. И последнее, что он слышал, это был этот смех. И он типа такой, ну, здорово, братец. И он узнает просто, несмотря на всякие непонятные интонации, он узнает голос своего брата Фулгрима, который говорит ему, ну, ёперный театр, молодец, красавчик, рад тебя видеть, конечно, здорово, что ты вернулся, все очень рады тебя видеть, тебе друзья передают привет, твои собратья. Ты, конечно, молодец, что мой веночек-то смог снять, потому что это корона славы, Crown of Glories. Это артефакт хаоса был довольно ценный, который на кого-то не повесишь его, того сразу же начинает тщеславие поражать, ну, смертные грехи. Тщеславие, да, потом самомнение, часовое зашкаливать начинает, и ты потихонечку скатываешься в ересь. Ну да, как раз, потому что тебе начинает как бы вот это зашкаливать. Да, ты, конечно, молодец, что смог от этого всего избежать, но надеюсь, ты понимаешь же, дружище, что прошло 9000 лет, и теперь времена изменились, и могу сразу тебе сказать, ты уже не сможешь никогда испытать нормальное ни чувство триумфа, ни самоудовлетворительный какой-то там порыв. Типа, ох, я сделал что-то и почувствовал какое-то самоудовлетворение. Потому что за каждой из таких вот эмоций ты, возможно, уже там увидишь Сидов влияние... Да, Сидов Корапшн, дружок мой. Он такой, блин, ну ладно, что делать-то? Все равно с этой Машей Кулачковой пора завязывать, типа, так что ладно, переживу. Никакого больше самоудовлетворения. В омерзении выхватывает свой горящий меч, это зажигалку зажигает его и протыкает насквозь этого мутанта, разрывая при этом амулет, который у него был на шее у мутанта, через который, видимо, транслировал Фулгрим, да, потому что там часть своей эссенции, ну, перенес туда, в этот амулет, и через него все управлял. Ох, какая там эссенция-то с Фулгрима-то могла быть? Члены повалились в такие стороны. И жидкий берёзок. Да. А с короной-то чего-то сделали в итоге? Они написаны, скорее всего, уничтожили, конечно. Ты знаешь, вот когда не написано, знаешь, как это, где труп? Где труп? Нету трупа. Да, а тут что с короной стало? Ну да, да, да. Может быть, да, может быть. Ну а дальше пошли ребята воевать по зоне Ультрамара, отвоевывать ее своими силами. Причем зов пришли не только лояльные ордена дочерние, но также пришли очень многие другие ордена, которые получили весть о том, что проснулся примарх, а это не собачий какой-то с горы там упал, да? Ну да, не последний человек в галактике. Именно. И потому все, и космические волки группы, там одна из рот прилетела, Dark Angels, маленьким контингентиком, потому что они как бы, ну мы сами охерены, но тут тоже примарх, он просто спит.
Сейчас проснется, захочет проснется. Захочет проснется, да. Да. В общем, Блэк Темплар, которые были очень рады видеть маршала Амалриха. Причем как? Только его одного. В последнем соборе, да, все три его парни, которые были с ним, тоже положили свои жизни, а он остался. И капеллану так обрадовался, такой, ба, дружище, такой, живой, о, батька атаман тобой доволен, пойдем, я тебе покажу кое-что. Там мне, вот на тебе меч, вот на тебе броню, Жора, давай, молю его. И в красном тебе скажу, вот теперь ты истинный сын императора. Мы видим тебе божественное провидение, императору ты нужен, а раз императору ты нужен, ты. Теперь его чемпион. Да, все правильно. Маршал Амалрих получил теперь должность имперского чемпиона. Броню, Black Armor и Black Sword. Второй сейф. Ну, получается, с точки зрения хромоника, это повышение такое своеобразное. Ну, это не повышение, это альтернативный путь, который очень важен, очень редкий. Ну да, потому что они же ограничены по количеству мечей, то есть, я так понимаю, одновременно может быть один обладатель как бы меча. Мечей, по-моему, там, в принципе, не больше дюжины вроде как. Я вот не помню, их несколько точно мечей. Да, и вот он передается как бы из руки в руки. Да, да, да. Прилетают еще очень интересные личности, такие как один из высших священников Глезиархии. Прилетают они на кибернетическом огромном синоде. Киберсинод. Гротескный. Огромный, гротескный киберсинод. И Жлеман сначала думает, елки-палки, кто это люди? Екатерина такая спокойно, улыбайся и махай рукой. Да. Ну да, у Жлемана так, этого хотел Ларгар. Тоже, небось, хаоситы, да? Точно, это тоже. Нехорошо их дело поклонничество. Они приходят, они щупают Жлемана и говорят, точнее заключают, делают заключение. Божественная сущность. Это божественная сущность. Мы объявляем, это наш новый сын Бога. И Жлеман такой, постойте, минуточку. Минуточку, да. Это такая, берет за большой палец, такая, не надо, что, улыбайся, махай рукой, типа, да-да-да. И объясняет ему значимость Глезиархии в современном империуме и говорит, что лучше уж иметь в друзьях горящих всем сердцем фанатиков, чем иметь этих же фанатиков своими врагами, тлеющими от злобы. Тем более в империуме. Потому запомни, ты теперь божественная сущность, сын бога, полубог. Он такой, ладно, блядь, господи. До чего мы дошли? И из-за этого я дрался с Ларгаром. Еще круче. И на этом он как бы начинает понимать, что ребята, знание это очень плохо для вас, особенно на период войны. Знания, поиски чего-то, моменты из прошлого, которые бы были искажены для вас. Вы в этом видите какие-то прям, не знаю, былины, да, и как Библия, читайте как Библию это. Это not cool. Not cool и в военное время вы должны мыслить рационально, настоящим, пользовать то, что у вас есть. Ресурсы грамотно и правильно. Да. В общем, не надо никакой там фанатизма в исследованиях, да, и в ковырянии в истории, не надо делать из истории, пожалуйста, вот эту вот всякую божественную там провидение. Потому, ребята, закрывайте свою великую библиотеку ордена на замок. Те, кто куда проникать будет под страхом смерти, будут находиться. И все эти книжечки давайте быстренько все и под замочек эту библиотеку. Знания для нас теперь enough. Наш чаптер лора enough. Вот мы разберемся, повоюем, и тогда мы будем выстраивать с нуля все это дело, а не как вы, оголтелые фанатики, прочитали, что там, не знаю, папа меч горит, значит, он, сука, бог. Типа, ну, понятно. Это же Прометиум, смотрите, дебилы, вот видите, шланг. И потому он закрывает библиотеку, запрещает все исследования, которые на данный момент находятся. Идеологическая, в общем, чистка небольшая проходит. Не чистка, а пояснение. Так или вот иначе. Вот это правильно, вот это неправильно. Да, у нас есть война, мы должны с ней разобраться в первую очередь. Он также перестраивает военную комнату свою. Теперь это там прям такие. Теперь это не детская игровая, а нормальный как бы кабинет, да? Да, если раньше он ходил по Герри и думал, ой, елки-палки, я тут с друзьями пировал, вот там были кели, где папка даже спал, я спал, папка спал, не вместе мы, это не того. Мы не как в Древней Греции. Но там все мои братья тут тусили, ходили, а здесь я перехожу по этому акведуку какому-то, а здесь какие-то гротескные орудия, везли шланги, херня, грязь, сервиторы, какие-то фанатики кающиеся, типа, как меня раздражает. И он такой пошел, его старый зал, он расчистил там, сделал свою новую, ну, комнату стратегического разбора, скажем так. Которая, да, стратегиум, где теперь эта комната будет являться, этот зал будет являться сердцем обороны всего Ультрамара и сердцем вообще, в принципе,
развивающейся атаки на силы хаоса. Он же мыслит глобально. И буквально сердцем Империума новым. Военным сердцем Империума становится. Вот это вот самая комната на Макрейдже. Ну и теперь осталось дело за малым отбить свои планеты. Но начинают они, само собой, с ближайших планет. Например, тот же самый Лафис из первой части, где оставились там Таранис, рыцари, вот те ультрамары в Бастионе, да? Обороняться. Которые вызывали, да, штурмовые крейсеры. И они отбивают Лафис. Причем как? Прилетают корабли, флотилия, стоящие как из ультрамаринских кораблей, собственно, орденского флота, так и из флота обороны сегмента. Ну, то есть Imperial Guard местный. Astra Militarum местные. Они нападают на корабли хаоситов, там какой-то бой завязывается. Но тут самое коварное. Они, в принципе, сражаются с альф-легионом, там корабля альф-легионом. Они прикрывают корабли, которые покидают Лафис, гражданского населения. Ну, они начинают битву с хаосом, отгоняют немного его, делают плацдарм для того, чтобы с Лафиса можно было эвакуировать поселение. А там не гражданское, да, население, это шальфа. Да. Там безумные фанатики, которые на таран, как проклятые какие-то самоубийцы, просто летят прямо на корабли Империи, начинают взрываться в них, нося страшные потери. Но, казалось бы, опять, вот Желимана обманули. Конечно же, он не знаком, наверное, так хорошо с тактикой Альфа-Легиона нынешней. Ну да, потому что это намного жестче тактика. То есть, если раньше они, да, может быть, были хоть немножко человечные, назовем это так, гуманные, то сейчас, да, зачем, куда, почему? Да, не, да, жалко. В общем, да. Но при этом не отказано. Ультрамарин был готов к этому. У него был резервный флот, который атаковал в этот момент с тыла позиции кораблей Хаоса. То есть, они сражались на одной стороне, планета, да? Угу. А вот на другой стороне планеты атаковал резервный флот ультрамаринов. И там их раздолбал всех. Во фланг зашел. Да. Из-за этого очень сильно удивились бедные несчастные хаоситы. И получилось, что они были зажаты некоторых с двух сторон. А свой основной козырь они уже потратили. И типа ничего нового у них не осталось в рукаве, да? Ну да, и второй раз так не выпустишь корабли, да, с планеты. Да. Именно так. Нанести большого урона не получилось, потому что первая волна ультрамаринов была защитный флот основной, да? А защитный флот, он как раз там из крейсеров состоял больших кораблей, которым большого мощного урона не получилось нанести. Ну они специально были разработаны, чтобы, ну, держать оборону, да, до последнего. Да, да. И в итоге так вот получилось раздолбать полностью силы хаоситов. Ничего не могу сказать. Лафис они отбили, а после этого нужно было отбить другую планету. Например, Ардиум называлась планета, которая напоминает вообще, в принципе, Resident Evil Hive. Если помнишь, такой под землей была картинка? Многоуровневое подземелье, да? Да, вот. То есть как в Мидгардии, да, если в ближайшую... Да, как в Мидгардии. И вот там нужно было его отбить, причем находились в нем, опять же, Iron Warrior. Очень тяжело было их оттуда выковырить. Они там в фортификации. Засели. Да. Ну, опять же, ультрамарины сделали все хитро. Они по подземным туннелям, через всякое говно, через старые шахты опасные, через бурильные машины сами за пару дней пробились в обходном пути. Просто на нижние уровни самые, там, где магмы еще, там всякого говна, лава даже есть. И вот через эти уровни, которые уже были закрыты, ну, то есть забаррикадированы, нету их файлов, там никто о них, да, не знает. Сил. Типа как опасные. Они вот оттуда атаковали, вышли, пробили это заграждение древнее. С каждой точки напали на бедных хаоситов, и опять их вот так вот всех там. А это напоминало мне, как тираниды с Iron Warrior боролись, когда они также через, да, мавлоков нападали. Также была целая планета Iron Warrior, и как их тираниды захватили, они мавлоками атаковать начали. Они высадились на те точки, где можно, закопались, и снизу равенеры и мавлоки нападали. Ну, в общем, вот так оно и было. А может, они здесь? А нет, ну это, наверное, раньше было. А то я так подумал, что кто-то у кого-то подсмотрел тактику. Кто знает. Так или иначе, планета за планетой, Макрейдж-система, она была... Освобождена? Освобождена полностью. Вот все началось с самого Макрейджа, и получилось отбить все планетки, все шесть планеток. Закрепились, хорошо. Но это было только начало большой войны, потому что вокруг Макрейдж-систем, все-таки это сектор Ультрамара, да, большущий он, там много систем находится, многие из них также получили независимость давным-давно, еще при самом Ультрамаре, да, и при Калгаре, даже, да, при Калгаре. Вот, и тут Желиман принимает довольно такое... Ну, серьезное решение. Он говорит, что, ребята, в часы войны у нас не может быть коалиции никакой
в принципе. У нас ее не будет, и мы должны все выступить под одним стягом и знаменем. И вот была независимость, которую вы приобрели, она теперь аннулируется, все эти пакты аннулируются, и вы становитесь частью, ну, по той самой банальной империи Ультрамара, да? Они будут... Королевство Ультрамар. Да, вы начинаете подчиняться напрямую командованию и ставке на Макрейджи. И никак иначе, чтобы не было такого, что нам приходилось бы там отдавать приказы через третьих лиц, вы бы там по-другому как-то их могли интерпретировать и действовать по-своему. Чтобы победить, у нас должна быть одна группировка. Ну, это, в принципе, правильно. Ну, единая воля, да. Да. И он свою империю буквально-таки в Ультрамар, под командованием ультрамаринов, сплачивает все остальные системы, попутно освобождая те, которые были заняты хаоситами. Таких было очень много. Во время этих походов все население, ну, скажем так, как гражданское, так и войсковое, лояльных империуму людей, начинает разбивать болезнь. Болезнь, причем, довольно банальная. Диарея? Нет. Они начинают плакать. Плакать? Плакать. Причем посреди боя начинают их печаль одолевать страшная, тоска берет. Начинают рыдать до тех пор, пока они начинают рыдать кровавыми слезами, всхлипывать. И везде слышны стоны и всхлипывания. И апатия идет до тех пор, пока глаза не становятся совсем красные, инфицированные, уже в червоточинах каких-то, прям до самого черепа. В общем, все печально, и начинают слепнуть из-за этого, терять взор. Это началось все из систем Дроул, Талазар, Парменио, так назывались они. Вот. И реально озадачило очень многих, так как лечение никто не мог найти. Ни апотекарии сил ультрамаринов и других орденов, как дочерних, так и первого основания, ни, собственно говоря, медицина тех же магосов, биомагосов отдела, биологи работали, не могли никак найти причину в этом. При этом непонятно было, это инфекция или нет, она распространяется даже. Десантники, ни один из десантников, Адептус Астартес, не был подвержен этому заболеванию. Что интересно, подметили также апотекарии, только лишь единицы из сестер битвы тоже подверглись этому заболеванию. Единицы, хотя они не являются как-то аугментированно усиленными людьми. Ну да, в них никакой генотех как бы не... Не работает, да, это просто набожные бабы, по сути. А вот бедные эти Defensa Auxiliaria, они все вот в беде, в соплях и беде. Рабаут Джулиман пришел на Талазар сам, посмотреть, что за херня. И вот когда он пришел, вокруг него все переставали плакать. Болезнь отступала, когда он шел, на многие сотни метров вперед. Все переставали плакать, и он такой, елки-палки, как же так-то? Удивлялся, все удивились. Но опытным путем проверили, да, это реально работает. Он ходит, и все исцеляются вокруг. Он такой, ладно. А именно исцеляется? То есть, если он отойдет, человек обратно заболевает или как? Нет. Пока нет. Пока нет, окей. Он полетел на другую планету, там то же самое. Полетел на другую планету, и там то же самое. Он тогда подумал, ладно, хрен ты с ним, с командованием, буду как бы через мобилку говорить, что как делать. И потому что это его долг, раз-то работает. Мы потом выясним, как это работает, значит, я буду ходить и исцелять. Я же полубог, божественная сущность. Смотрите, у меня табличка даже есть, это клиархи. Да-да-да. Грамота. Пруф. Ну, документы есть. Но через пару дней появились рецидивы в местах, где он уже при этом был. Все-таки уже рецидивы опять есть. Опять рецидивы, ему нужно было их опять посещать, дабы Weepers, они так называются, ну, плакальщики, будем называть, плакальщики, опять не заполонили планету, плакальщики. Это его очень сильно раздосадовало. Вот, но Эклезиархия при этом постановила сразу же первым делом, что это чудо. Господний раз он их исцеляет, да? Ну да, самоуправление императора. Да, а то, что вот такая херня происходит, это никак иначе, чем происки злых темных сил. Вообще, конечно, там о демонах никто не говорит. В общем... Странно, где в это время был Вальдус? По поводу Вальдуса, самое то. Когда он возвращается, Вальдус уже был с ним на одной из таких вот ходок. И Вальдус сразу же тормознул примарха, когда он решил вернуться на одну из планет, где он уже был, и там опять появились плакальщики. Он его тормознул, взял за плечо, опять же, и сказал, что дружище Желиман, я вижу в этом происке сил темных и злых, которые имеют на тебя свои планы. И это не никто иной, как сам папочка Нургул. Потому что я серый рыцарь. Ты, наверное, не знаешь, Trust кто me. Это такое, да? Я тебе уже объяснял, что такое серый рыцарь, и показывал, что мы способны. Trust me, if you want to live. В общем, он объяснил ему, что Нургл, который, скорее всего, таким способом лишь пытается оставить тебя в этом сегменте, дабы ты не мог оперативно управлять из штаба, где гораздо был бы более эффективен, либо что-нибудь еще очень коварное вот задумал против тебя. Желиман, на самом деле, он поверил ему.
Он сразу поверил ему. Ну, как бы он рассудился за, против, и просто сам понял, что действительно, что он ходит по кругу, по этим планетам, да? И это глупо. Это глупо. И как он рассудил? Если я вот здесь нахожусь, и хаос, а именно вот этот темный бог, он хочет, чтобы я остался здесь, из-за этого люди страдают, то если я отсюда уйду, то он уже не будет здесь насаждать эту чуму. Ну да, мотивация слегка пропадет. Да, мотивация, и возможно, в принципе, взор темные боги от этого сектора отведут, потому что благодаря тому, что Валдус ему все это пояснил, действительно, его пробуждение, и хотя бы тот же его брат, который вот такую хрень, ну, сделал, да, с короном, да, с венком этим, то он подумал, что да, мне здесь не стоит находиться, и однажды я уже опоздал, ну, к папочке. Он же почему там опоздал? Потому что думал, что батя помер, надо теперь сделать тут свою империю собственную, ее защищать нужно. Ультрамар. Новую же империю ел. Ну вот, домен павшей матери, он же не знал, что там как бы все чики-пуки еще. А потом, когда спохватился, уже опоздал. Уже постфактум пришел. И он подумал, что сейчас такого не будет. И он сейчас же обязан лететь на Терру в новом крестовом походе, чтобы посвящаться со своим отцом, пока не поздно. И если он покинет Ультрамар, будет только лучше. Будет только лучше, хотя тяжело на сердце отдавать, ну, битву, которую он может быстрее выиграть лично, нежели делегирует кому-то полномочий. И он решает, что да, пора нам отсюда уйти. Вот. И если Нургал не хочет, чтобы я ушел, ну, с Ультрамара, значит, блядь, я точно должен уйти с Ультрамара. Ну, конечно, мотивация уровень бог, ну, что поделать. Ну, да, да. В принципе, он опять же про себя рассуждает, что война-то здесь, она, может, и начинается прямо вот здесь, да, новая война, но она не заканчивается здесь для него, и он еще может нужен и там. И потому отец Терра, а оттуда уже, разобравшись с верхушкой командования, он сможет понять, что, где, как в принципе происходит в Империуме, уже, да, потому что это центр Империума. И вот оттуда он будет гораздо полезней, начав крестовый поход. Потому он с тяжелым сердцем бросает его попытки остановить плакальщиков и чуму эту. Вместо этого он заставляет капелланов и апотекариев работать в команде с экклезиархией, в общем, и делать, ну, спиритические всякие там штучки-дрючки, которые бы были нацелены именно не на как биологуса, да, на плоть, а качали бы силу духа. Да, на душу. Что лишний раз подтверждают все астробитвы, которые почти не заболевали. Единицы только заболели. Так, ладно. А там либрариев туда подключили? Серых для... Хрен знает. Там, не, ну, капелланы и аптекари. А серых только одно братство. Ну, знаешь, серых. Хотя бы там... Может, они подключили. Такие, можете пару риталов против Нургла, да, как бы держите? Ну, да, да. И после этого он собирается передать свои, делегировать свои полномочия кому-то, кто будет, возможно, оборонять Ультрамар вместо него. Он об этом рассуждает и думает, что лучше будет передать в руки тех, кто до этого этим занимался, был командиром, потому оставляет на Ультрамаре, в этом сегменте, ну, собственно говоря, бывшего чаптермастера, лорда, это Марнеус Калгар, шеф Либрариан Тигури и Оджиман. Он их оставляет командовать освобождением Макрейджа, Ультрамара. Да, и надеется, что они с этим справятся. В принципе, должны, потому что это герои самые крутые, и как бы, ну, не верить в них, то, ну, глупо. Возможно, будет... Тоже кроме них, да. Да, возможно, будет гораздо медленней, но точно состоится, в принципе, как он надеется. И после этого он собирает команду, которая отправится вместе с ним, всех желающих, буквально-таки, дочерние свои ордена также подключает к этому делу, свои ауксиларии защитные, флот, части флота. Так или иначе, он набирает 112 кораблей, свой большой такой мощный крестовый поход. Такой неплохой флот. Да. С ним решает отправиться мастер. Теперь-то имперский чемпион Амалрих. Ну, куда же без него-то? Куда же, да. К самому папке-то летит. Именно. Святая. Потому что святая теперь с ним не разлей вода, она как бы чувствует, что в нем теперь находится ее миссия, в жизни примарха, буквально таким. А Магос Доминиос, наш... Белизари Коул. Да. Его все, теперь больше эльфы не донимают на тему его. Нет. Миссия, не донимают. Он берет с собой первую, вторую и третью роты. Ну, самых крутых мужиков, по сути. Ветеранов. Да, ветеранов. Ветеранистых ветеранов, да. И получает командование войсками именно ультрамаринов сегмента Катасикариусу лично. Ну, его командование. А сам он командует нам всеми вообще сверху.
Неплохо такое. Ну, в целом, да, согласен. Также он предлагает отправиться вместе с ним Элдор. Но Инари говорят, что на этом enough. Мы слишком много времени провели с вами. Мы так сделали слишком многое для вас. А на Терри нас в любом случае не поймут, да? Да. И у нас еще очень-очень-очень много проблем в своих личных домах. Но Желеман такой, ну я надеялся, что вы продолжите со мной путь, ведем дело до конца. Не видно, что вы способны, меня это реально впечатляет. Могу ли я надеяться на вашу помощь? А Еврейн просто ему говорит, опять-таки, с голову на бок, с таким чопорным видом, типа, нет, не можешь. No, you can't. Почему? Потому что мы уже сделали все, что могли, мы дали тебе жизнь. И теперь, что самое страшное, мы не хотим, чтобы каждая секунда нам стоила нашей жизни. Потому что это слишком много, ты не можешь об этом нас спросить. Он такой, ну ладно, но... Вы же понимаете, что я чувствую долг, который я еще не погасил перед вами. Если вам что-нибудь нужно, вы знаете, к кому обратиться. Ну ты это, зови, да, если что. Ты это, заходи, если что. И в костюме. Через стену, а что? И напоследок оборачивается такой, и еще хотел тебя спросить. Ковал же тебе рассказывал о броне, которую смастерил. Ну, для меня. Я понимаю, что наверняка одним только технологическим псевдо-чудом, и здесь дело-то не кончилось. И она ему начинает рассказывать, что да, технология его, которую он 10 тысяч лет мастерил на Марсе, она позволяет только тело излечить, плоть. А вот с твоей душой уже такого сказать нельзя. И только лишь благодаря позволила тебе снова ходить среди живых. И если бы не Бог и не я, ты бы уже не был среди нас. И еще, если ты, конечно же, захочешь оставаться вот таким прямоходящим существом, с этой тебе броню никогда не снимать. Потом такая добавила, ну, хотя это будет тебе тяжело, в принципе, даже сделать. Так что же там за подвох-то такой? Да это прикольно, они наконец-то сделали какую-то еще одну тайну, которую можно не раскрывать лет 5 хотя бы. А то они все раскрывают, новых тайн зеро. Зеро. А здесь такой прикольный вот момент. Примарх, который живой, но что под броней? Непонятно. Как она оживляет? Непонятно. Как и не я там кое место послужил? Ну, кроме того, что примарх стал бледный, как в Сейнаре. Непонятно. Ну, с душой поработал, видимо. Ну, что да. Реликвиарий там? Делать. Непонятно. Может, он реально там отпилил. Одна все. Голова только. Да, одна, похоже, что там одна голова реально. Может, реально одна башка, если она сказала, что тебе будет тяжело это сделать. Ну да, главное, чтобы не принесел Тони Старк и сказал, снимай костюм. Да, да, кто-то без костюма, действительно. И он говорит, ну что, в итоге-то я все пытаюсь разобраться во всем этом деле, да? Ну вот, первым делом, конечно, отобью мои родные дома, но уверен, что что бы я там ни наковырял, что бы со мной не сделали, в любом случае, это лишь только на благо мира моего отца и всех наших людей, потому все будет чики-пуки. Ответы когда-нибудь найду, какие бы они там тяжелые не были, я их найду. В общем, она говорит такая, ну окей, пожелайте удачи в своих предстоящих боях, в наших предстоящих боях с нашим общим соперником, нашим общим противником. Ну, хаос получается в данном случае. Да, да, потому что наши прям primary enemy. И сказала, давай, топай с миром, да прибудет с тобой удача, раба Уджелеман, и знай, что мы всегда будем вместе в этой битве, которая предстоит нам, каким бы концом она ни обернулась. Он такой, да-да, взял, все окей, Визарх ему там поклон, она тоже поклонилась ему, они растворились там в тумане. Красивенько. А сам он такой, да, конечно, нет сомнений, что так и будет, что мы будем друзья, мир, дружба, жвачка, а потом сам про себя подумал такой, до тех пор, пока это вам выгодно, суки. Это было прикольно. Тоже не дурак. Все понимает. Да. Ну вот. Ну, собрался, в общем, он полететь и реально улетает. Берет все корабли. Вау.